В рамках визита в Ненецкий округ Григорий Литков провел в Нарьян-Маре правовой семинар Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В нем приняли участие более 50 представителей КМНС и общественности. Одной из основных стала тема реализации прав коренных народов при ведении традиционной хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях. Алина Ваучейская продолжит тему. За круглым столом представители малых народностей из Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов Тюменской области, Бурятии и Таймыра. Главный вопрос в повестке дня – права коренных народов на особо охраняемых природных территориях российского севера и Сибири. Повод для дискуссии действительно есть. Несколько лет назад началось повсеместное создание национальных парков. Общественники уверены, создание ООПТ негативно сказывается на жизни коренных и малочисленных народов севера. 2016 года, уже тогда, мы посмотрели, 80% мест компактного проживания коренных малочисленных народов, а это 28 субъектов, огромные территории. И на этих территориях 80% были уже под системами особо охраняемых природных территорий. И есть несколько крупных национальных парков, которые были созданы в тот период, когда моментально, в первую очередь, в Сибири, Дальнего Востока, мы получили очень много жалоб, люди уже больше не могли входить на эти территории. И, к сожалению, даже целые населенные пункты попадали под национальный парк. И казусная совершенно ситуация, что не выйти за дровами, не говоря уже о походе. По словам Григория Литкова, практически в каждой вновь созданной особо охраняемой природной территории нельзя заниматься традиционными видами деятельности – охотой, рыбалкой, оленеводством. Попадают под запреты и священные места, а также родовые кладбища. В 2016 году не на шутку обеспокоились и жители священного для ненцев Вайгача. На острове в Баренцевом море также хотели создать национальный парк. А это не только охрана растений, животных, но и туристско-рекреационная деятельность. То есть создание необходимой инфраструктуры, морских причалов и аэропортов, разработка туристических маршрутов. Мы почитали документы нацпарка на острове Вайгач, с ужасом обнаружили для себя, что там планируется причал круизных вот этих вот арктических лайнеров, огромных туристических. На одном борту лайнера там до десятки тысяч людей транспортируются. И значит, вот эти лайнеры должны заходить порты Вайгача, комфортабельные гостиницы, на все священные места, это туристические маршруты, совсем вытекающие оттуда. Значит, местному населению предлагается организовать отдых для туристов, постоять в бусины там, национальные одежды делать. Короче, они нормальные, это все явления. И для нас, оленеводов, рыбаков, людям, привыкших заниматься делом, сельхозделом, в ходе семинара Григорий Литков еще раз заявил, на Вайгаче не будет национального парка ни при каких обстоятельствах. Ведь это священная земля для ненецкого народа со всего мира. В ходе семинара, на котором также присутствовали представители прокуратуры и полиции, органов исполнительной и законодательной власти, стороны сошлись во мнении, что решение о создании каждой новой ООПТ должно обсуждаться и приниматься совместно с теми народами, которые проживают на этой территории. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».